Друзья, мы с вами уничтожаем цунами в Майнкрафте, посмотрите на это! Всем привет, друзья, с вами опять я, ученый нуб в Майнкрафте, и перед тем, как я начну этот ролик, я бы вас хотел еще раз оповестить о том, что у меня есть своя страница ВКонтакте, и каждый из вас может туда зайти, может быть поставить лайк, может быть написать комментарий, может быть кинуть заявку в друзья, посмотреть истории, посмотреть видео или послушать музыку, короче, там очень-очень много всего интересного, я всем просто рекомендую, советую, кто хочет задать мне какой-то вопрос, кто хочет посмотреть фотографии, посмотреть истории, подсмеяться над крутыми видео, потому что там тоже у меня ВКонтакте есть видео. Короче, просто заходите на мою страницу ВК, лайкайте, смотрите, веселитесь, рассказывайте друзьям, потому что там есть над чем посмеяться, есть что посмотреть, например, над моими фотографиями посмеяться, да? Ну, короче, там реально есть что посмотреть, там много чего интересного, поэтому я всем советую зайти, посмотреть, повеселиться, конечно же, и задать мне какой-нибудь вопрос, да. Но я предупреждаю вас, что, пожалуйста, не пишите мне «Привет, как дела?», ну, потому что, ну, смысла нет, и не спрашивайте, когда новый видос. Я вам всем отвечаю, что видос у меня абсолютно каждый день, ровно в 15, ну, может быть, не ровно, там, может, 16-17, может, иногда вообще днем, ну, короче, примерно в 15 часов по московскому времени, так что обязательно, друзья, запомните эту дату и больше никогда не задавайте такой вопрос. Ну, ладно, я думаю, что все, перед тем, как посмотрите этот ролик, обязательно зайдите на страницу ВК, там, не знаю, что-нибудь напишите мне интересненькое и идите смотреть этот ролик. Да, я абсолютно всем отвечаю и никого, вообще никого не игнорирую. Ну да ладно, что-то я немного затянулся. Как вы поняли по моему сонному голосу, я только что встал, вот прям только что встал, потому что, знаете, сколько сейчас время? Время сейчас 2 часа дня, я только встал, и я был в шоке, у меня был не записан видос, я просто встал, ничего не ел, ничего не пил, не чистил зубы, сразу сел снимать этот ролик, и я очень сонный, я думаю, что вы мне поставите лайк за это старание. Ну да ладно, друзья, меньше слов, больше дела, начнем, пожалуй, снимать наш ролик, тут что-нибудь интересненькое делать, Майнкрафт. И смотрите, как мне пришла идея к этому ролику. Я сидел и понял, что сейчас на Ютубе очень много людей снимают про разрушение. Ну, просто я начал снимать про разрушение, и многие люди тоже начали это делать. Да, я это вот так вот открыто заявляю, что многие люди начали немного у меня подворовывать идеи с этими разрушениями. Я такой думаю, а что люди никогда не делали? Вот я недавно, значит, снял цунами, оно вам очень сильно понравилось. И смотрю, а на моем канале довольно-таки популярное видео, это как я делаю разрушение воды. Я такой, стоп. А что будет, если я сделаю разрушение цунами? Ведь разрушение цунами, я не знаю, как оно разрушится или нет, потому что это не обычное озеро, как было в предыдущем видео про разрушение воды, разрушение там океана, как я сушил океан, вы помните, с помощью палки Моисея? Это настоящее цунами, которое спавнится каждую секунду и расширяется, и мне действительно стало интересно, что же будет, смогу ли я сломать эту воду, смогу ли я образовать трещину в этой воде, и мне будет сегодня помогать два мода. Первый это Моисей мод, а второй это бактерия мод, и как вы поняли, я буду пробовать два способа разрушения. Сегодня у нас самая обычная вода, не жидкое стекло, ничего, самая обыкновенная, друзья, что ни на есть вода. И прямо сейчас я хочу найти самую высокую точку в этой деревне. Кстати, я прям когда создал мир, сразу же заспавнился в этой деревне. Я считаю, что это очень круто. Ладно, давайте строим такой вот небольшой столбик, ну как небольшой, огромный столбик. И прямо сейчас начнем заливать цунами. Так, где у нас цунами? Так, вот ведро с цунами, раз. И также мне нужен такой инструмент, как бактерия, и такой инструмент, как пультик, и такой инструмент, как палочка Моисея. Итак, на счет 3 давайте разливаем цунами. Вы готовы? 1, 2, 3. Все, смотрите, цунами у нас пошло. Теперь что мы делаем? Устанавливаем сюда бактерию и сверху выливаем на эту бактерию немножко воды. И прямо сейчас мы берем и активируем эту бактерию с помощью красного блока. И смотрим. И что? Просто вода как бы заполнилась, а эта вода, вода, которая снизу была, не будет заполняться. Не, смотрите. Короче, друзья, видимо, бактерии, они бессильные. Ну-ка, давайте попробуем вот так и вот так. Может быть, так... Да, друзья, смотрите! Мы уничтожаем воду! Друзья, мы с вами уничтожаем цунами в Майнкрафте. Посмотрите на это! Я вообще не думал, что такое у меня получится. Я думал, что мы будем это делать с палочкой Моисея, потому что с бактерией у меня ничего не получится. Но смотрите, бактерии тоже воду уничтожают. Я в шоке с этого, друзья. Вы посмотрите на это зрелище. Так, блин, цунами уже огромное слишком стало. Я хочу вылететь за его пределы. И смотрите, как все это эпично смотрится.
смотрится. Где вы еще такое на Ютубе видели? Нигде вы такое еще на Ютубе не видели. Я, серьезно, вот это вот по мне так это жесть какая-то. Смотрите, все сушится, и вода сюда даже не проникает. Надо же, блин, и очень сильно начинает лагать. Так, пролагивай, давай. Смотрите, просто все рушится, все исчезает. Цунами наше тоже прогрессирует, и бактерии наши тоже прогрессируют. Блин, смотрится это довольно-таки жутко. И смотрите, цунами наше дальше льется, да, смотрите, цунами дальше разливается, но бактерии берут вверх, как бы над этим цунами, все с вами нормально, друзья. Так, начались лаги, один... Все, друзья, только что я остановил бактерию, потому что это невозможно, наше цунами продолжает разливаться, и наши бактерии, к сожалению, так и не догнали цунами, но зато посмотрите, какая тут образовалась дырка, и тут просто реально какой-то воздушный поток, воздушная капсула какая-то, вы посмотрите, вокруг одно сплошное цунами, и посередине целёхенькие дома, но мне кажется, что их прямо сейчас тоже затопят, и да, их, кажется, прямо сейчас затопят. Блин, очень обидно, я возлагал на эти бактерии надежды. Так, дождик, еще тебя не хватало, ага, конечно, давай. У нас тут так цунами, toggle downfall. И давайте, значит, посмотрим, что у нас случилось еще раз. Смотрите, не, все-таки затопляет, затекает сюда вода. И вот, смотрите, только что я разбил стекло, и туда сейчас вода затечет. Ну да ладно, друзья, ладно, окей. Бактерии — это хорошая идея, чтобы уничтожить воду. Но справится ли с этим заданием палочка Моисея? И на счет 3 мы кликаем. 1, 2, 3. Хопа, и... Почему не работает? Мне вот это вот интересно немного. Может быть, нужно с какого-то блока действовать, например, вот так вот. Нет, смотрите, друзья, не работает. Блин, что за фигня? Ну-ка, давайте попробуем на меньшей стадии цунами. Она у нас там немного дальше. Нужно просто немного пролететь вперед и кликнуть на самую маленькую стадию цунами. Так, дальше лететь надо, дальше. И вот там маленькая стадия цунами. Смотрите, вот я кликаю, и ничего, блин, к сожалению, не происходит. Окей, знаете, вот на палочку Моисея возлагал надежды, а вот на бактерии я не возлагал надежды, и в итоге палочка Моисея меня подвела, а вот бактерии меня не подвели. И прямо сейчас я хочу попробовать более сильную палочку Моисея, может быть, на этот раз у меня что-то лучше получится. И нет, друзья, к сожалению, ничего не получается, но зато мы можем прямо сейчас активировать все. Слушайте, у меня, друзья, идея, а давайте попробуем заменить все эти блоки, сейчас, все эти блоки TNT, да, как я это люблю делать, о боже мой, давайте активируем, хопа, и по идее у нас сейчас должно все заменяться, да, давай, заменяться будет, нет, будет, нет, будет, нет. Да, смотрите, пошло заменение, и, блин, к сожалению, только трава заменяется, а не вода. Ну да ладно, пусть пока что трава заменяется, нам, в принципе, не принципиально, но, к сожалению, никакого взрыва, по идее, не будет, потому что, ну, как бы все под водой, а вода глушит взрывы. Мы все это знаем. Все профессионалы в Майнкрафте это давным-давно, друзья, знают. И вот, значит, у нас такой островок появляется под цунами. Знаете, вот такие вот ролики про цунами мне более интересны, чем вот другие ютуберы снимают ролики про цунами. Они там просто: а, всем привет, с вами я, Нубик в Майнкрафте. И после этого просто заливают цунами, и все. Ну, друзья, это неинтересно, нужно креативничать, нужно создавать такие интересные эксперименты, объединять. Так, значит, вот я поставил день, остановил распространение динамита, и прямо сейчас давайте его попробуем подорвать. Только, блин, вот бы мне к нему спуститься и увидеть бы его еще. Очень медленно спускайся, меня это очень раздражает. Давай, спускайся быстрее. И давайте прямо сейчас активируем этот ТНТ и посмотрим, что же будет, как это все разорвется. Так, все, вылетаем отсюда. Воу, интересно, долетит это до верха? И да, смотрите, долетело, надо же. Так, ну давай взрывайся, и взрывы продолжаются, но, к сожалению, ничего. О, смотрите, даже вода взрывается. Все-таки мы смогли уничтожить эту воду. Все-таки мы смогли сделать в ней пару разрывов, и я думаю, что цунами сегодня уж точно не победит. Вы посмотрите, что произошло с нашим цунами. Оно полностью, абсолютно все в трещинах, оно все потрескалось, оно все поломалось. И стоит сделать еще пару ударов, и цунами, я так понял, развалится. И, ё-моё, взрывы продолжаются, и просто в воде хана, в воде серьезно хана. Давайте посмотрим хотя бы, докуда она дошла, и вообще, будет ли она идти дальше, потому что, ну, я очень сильно сомневаюсь, ибо, ну, реально, вы посмотрите, в воде хана, да, смотрите, она остановилась и больше никуда не идет, а все потому, что она поломалась. Вы видите, насколько сильно она поломалась, что на каждом блоке воды образовалось по несколько трещин. Вы посмотрите, 1 трещина, 2 трещина, 3 трещина, 4 трещина, 5 трещин, даже на стеках воды образовались трещины. Чё это за фигня вообще творится такая в Майнкрафте? Я просто все поломал. Ну, на то я и ученый нуб. Ё-моё, как же тут все поломано, друзья. Это я просто серьезно в шоке. Смотрите, все, минус цунами. Цунами больше течь не будет, потому что оно сломано. Да, друзья, я не ожидал, что тут в Майнкрафте, но, как вы видите, в Майнкрафте можно сломать цунами. Можно сломать воду. Ну, насчет воды я не знаю, но цунами сломать тоже можно. Хотя цунами — это та же вода. Смотрите, что осталось от нашего
нашего цунами. Да практически ничего не осталось от нашего цунами, оно полностью взорвалось. Ладно, друзья, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мои два канала, также не забывайте заходить на мою страницу ВК, я там отвечаю абсолютно всем, но, пожалуйста, задавайте вопросы, если у вас есть действительно интересные вопросы, а не привет, как дела, потому что это очень сильно надоедает, особенно когда ты занят. Ладно, друзья, еще раз говорю вам всем огромное спасибо, всем удачи и всем пока!